Я сейчас думаю, у меня вылет, что сегодня пятница, суббота, воскресенье, понедельник, вторник, среда, то есть 4 дня, 4,5. Вы понимаете, я переезжала в Москву, мне мама специальные вещи отправляла, я купила подушки, я купила по две подушки, я купила посуду, я купила полотенце, купила тапки, бля, для этих гостей. И что я делаю? Я уезжаю в Новосибирск. И теперь это все заново собираю. А сейчас я, знаете что? Иду на почту, чтобы отправить посылкой родителям шубу, пуховик и тренч. Потому что у меня не будет места, чтобы везти это самой в Новосибирск. Я боюсь представить, как я буду замуж выходить. Да, собственно, это история. Ну, как бы, я вся такая классная, охуенная, я не могу выйти замуж, но считается 17 лет. И меня не парит, что у меня нет было, и не было, и нет парня. А знаете, что еще самое интересное? Как-то раз я переезжала из Санкт-Петербурга, из своей квартиры в Новосибирск. Мы отправляли большие вот такие коробки из квартиры, в которых были все мои вещи, которые я нажила за проживание 3 лет в квартире. Ну, почти 3. Это было просто дофига, там, не знаю, грузовиками, вот эти коробки. Что произошло потом? А через год я снова уехала в Питер. Если кого-то надо выбить, достаточно связаться с Олесей. Ну и, конечно же, у меня здесь в Москве немало вещей, которые я привезла специально из Новосибирска. Сейчас складываю, и я их ни разу не носила. Например, эта прекрасная юбка. Я ее вообще купила и ни разу не надевала. Мне кажется, это синдром какой-то, что у меня это с детства. И следующий интересный момент. Когда я купила уже билет в Новосибирск, я еще не получила те вещи, которые мне отправила мама из Новосибирска, чтобы я их сейчас сложила и снова увезла их в Новосибирск.